Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 592. И первый пункт. Нам нужно построить угол ABC, равный 100 градусов. И давайте отметим точку B. Проведем луч. И построим угол с вершины в точке B, и этот угол будет 100 градусов. Возьмем в руки транспортир и с его помощью построим нужный угол. Ищем 100 на шкале транспортира, вот. И через точку B и отмеченную точку мы проводим луч. Второй пункт. Нужно отложить от вершины B угла отрезки BA равные 6 см и BC равные 4 см. Также я буду пользоваться транспортиром, так как у меня здесь еще есть и шкала в сантиметрах. Ищем 6 см. Вот он у нас здесь. И здесь ставим точку А. Давайте запишем, что BA у нас 6 сантиметров. Теперь также отрезок BC строим. Ищем 4 сантиметра. Вот у нас. Ставим точку С. Уберем пока транспортир. Нужно соединить точки А и С. То есть построить отрезок AC. Давайте это сделаем. Следующий пункт, четвертый, в треугольнике ABC, который у нас получился, нужно измерить сторону AC, угол А и угол С. Снова берем в руки наш транспортир и измеряем сторону AC. Видим, что сторона AC приблизительно 8 сантиметров. Можно списать это на погрешность измерений. Напишем 8 сантиметров. И измеряем теперь угол с вершины в точке А. И видим, что угол А у нас равен 30 градусов, так как у нас луч АБ проходит через 0 по нижней шкале, то по нижней шкале мы смотрим, через какую точку проходит луч АС 30 градусов. Давайте запишем. И осталось измерить угол С. Измеряем. И угол С у нас равен 50 градусам. Через 0 уже по верхней шкале луч СБ проходит, поэтому луч СА тоже по верхней шкале. Смотрим, через какую точку от проходит 50 градусов. То есть угол С у нас 50 градусов. Можно проверить, правильно ли мы измерили. 100 плюс 30 плюс 50 – 180. То есть у нас получилось, что в треугольнике ABC сумма углов 180 градусов, и это верно. И нужно сравнить результат измерения с результатами своих товарищей. Что вы заметили? Ну, так как мне сравнивать не с кем, то я могу сразу сказать, какой результат должен получиться. У всех, кто правильно построил треугольник, правильно построил угол ABC равный 100 градусов, правильно отметил точки А и точки С, так что BA и BC равные были 6,4 см, соответственно, у всех должна получиться сторона CA 8 см, ну или около того. Могут быть какие-то погрешности измерений в зависимости от линейки. Угол А должен быть приблизительно 30 градусов, а угол С 50. У всех должны получиться такие результаты. Ну и выполнили задание 592. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.